Круто тут. Thank you.
Фу. Фух. Yeah.
Он, наверное, преодолел самый крутой участок. Надо отдохнуть. Вот сзади меня был самый крутой участок. Там угол под 50 градусов, там аж 51 есть. В общем, вскарабкался. Едем дальше, уже не должно быть так круто. Интересно, куда тут? Thank you.
Вот так поднялся уже. Вот там я ехал, так понимаю. Здесь дорога идет, тут вот, даже видно по боку опорные стенки строились, бетонные. Здесь для автомобилей предназначено, то есть тут какой-нибудь УАЗик проедет. Вот туда, как бы она заканчивается, там машина не поднимется никакая. То есть, видимо, куда-то уходила вот туда дорога потом. Но там все заросшее, не видно. Вот доехал до средней вот этой станции. Здесь снизу труба приходит, потом наверх идет вторая часть. Здесь еще трос натянут. Вот там бобина, на которую он наматывался. Вот электромотор. Вот оно застопорено. Кто-нибудь может открутить, это все вниз поедет. Там все повыдергано, естественно. Это, а вон электромотор еще на месте. Или редуктор там остался, мотор, наверное, уже все уехал. Вот здесь трос идет, поворотный круг. Тележку затаскивали сюда. Этот круг поворачивался, вот эти рельсы стыковались. И, видимо, как-то перецеплялось. Здесь уже, видимо, горизонтальная поверхность перецеплялась. И дальше следующий трос тянул тележку наверх. Вот там, кстати, видимо, разные варианты этих тележек были. Можно было менять. Там где-то валяется одна из них. Сейчас поеду вон на ту, на верхнюю станцию.
Вот, видимо, валяется одна из них. Кузов от нее. Добрый день. Добрый. Ничего не хотел, я думал. Нет, просто здороваюсь. А, ладно, все. Счастливо. Ну вот мы в верхней точке всего этого сооружения. Вот труба. Вот там мы были, где поворотный круг. А здесь трос был еще в том году, уже оборвали, своровали прием металла. Аккумулятор, радиатор. Теперь поеду туда. Там будет выезд выше Аюсай, где-то 2 километра. Еще наверх можно подняться. Хочу как-нибудь типа экскурсию заснять про вот эту японскую дорогу. Здесь туннель в горе идет. То есть прям в середине хребта до ГЭС-1, это 6 километров. Вот этот туннель вроде 2,5 метра в диаметре. И к нему 2 шахты ведут, насколько знаю, 3 штольни. Штольни по 100 метров. То есть он в толще вот этого хребта туда идет до ГЭС-1. То есть там он наполняется, и сюда вода течет, видимо, там под давлением, и туда по трубе уже сбрасывается, крутит турбины.
Вот высота такая. Это визит-центр Аюсай, ущелье Аюсай. И туда, вон туда далеко еду. Бойтесь так.
Вот выехали на основную дорогу Большого Алматинского ущелья. Туда Большое Алматинское озеро вверх. Туда в город. Остается 63%, даже могу съездить на Бау еще.